Здравствуйте, мои дорогие. Вот покажу вам вечерний Нижневартовск с моего окна. Нет, просто поступила уже давно, девочки просят некоторые. Сегодня вот еще Татьяна Джой попросила, она говорит: покажите свой холодильник, как вы что храните, может, что возьму на заметку. Ну, я так подумала, думаю, ну, не знаю, что я могу нового показать, как хранение в холодильнике. Ну, покажу, мне не жалко. Еще она попросила хранение приправ. Как я храню приправы? Ну, тоже покажу, но ничего такого сверхъестественного нету. Потому что я уже, знаете, я уже боюсь как-то чего-то объяснять. Все, я фикс-прайс выложила, там показываю. Вот это вот я для этого, вот это я для этого. Светлана Бондаренко, по-моему, там написала мне, что я объясняю как для дураков. Да я не объясняю как для дураков, я просто показываю, как я применяю. Может, кто-то посмотрит в магазине и не будет знать, что, а для чего это? А я покажу, и это я сама многое такое, когда вижу у девочек, да, вот оно для чего. Просто я не имею в виду, что кто-то там дурак, а я умная. Конечно, я Америку не открыла. Поэтому, мои дорогие, смотрим. Начнем с того, что холодильник у меня двухкамерный. Здесь холодильник, внизу морозильник. Ну, еще у меня вот большая такая морозилка стоит. Но она в основном функционирует летом, когда все заморозки. Сейчас так, с леденца кое-что там лежит. Так. Ну, к холодильнику. Что у меня хранится в холодильнике? Топленое масло. Люблю, очень обожаю. Лимон, сметана, хрен, мед, молоко. Это то, что мы ужинали сегодня, остались капуста и котлетки. Также закатка, соус томатный. Некоторые девочки говорят, что можно его замораживать порционно. То есть сколько вам надо на порцию там. И хоть в полиэтилене, хоть в контейнерах маленьких, знаете, которые... Вот у нас суши мы когда заказываем, приносят такие маленькие. Вот в них можно порционно. Вот единственное, что мне нравится, у меня такие вот, которые вынимаются. Я здесь кладу, здесь у меня лимон, помидор, масло. Это не сливочное, а растительное. Ну, в общем, для что-нибудь выпекать. И сосиски. Ну, сосиски уже завтра, их не будет. Масло сливочное, сыр и яйца я тоже храню в контейнер. Мне удобно вот так переложить сразу в контейнер. Не в таких длинных, они места больше занимают. Все это маленьких, здесь тоже 20 штук помещается. Вот, то есть все видно. Контейнеры это, которые садить там луковичные растения. Ну вот, он черный, правда, некрасиво. Так, хватит пищать. Холодильник, когда открыто пищит. Вот я его так приспособила. Да, черный, некрасиво может быть, но мне так удобно. Яйца некоторые девочки недавно смотрела. Ой, не помню, вот недавно кого-то смотрела из блогера, говорили, что они хранят не в холодильнике. Я храню всегда в холодильнике. Ну и так как мне место сейчас позволяет, мы с мужем вдвоем, поэтому у нас место. Картошку я храню в холодильнике. Вообще храню вот здесь. Ну, так как у меня побольше картошки, еще вот сюда уже здесь этот освободится, выложу его и буду пользоваться вот этой. Капуста в пленке замотана, потому что целый нам много обрезать. Ну, сколько мне надо, беру. Капуста квашеная, огурчики в банке. Ну и здесь вот морковка, редька, свекла, картошка, морковка. Так храню. Она не растет, картошка. Мне нравится. Вот. На дверце, ну, свои масла для тела. Масло ши, масло какао. И свои крема. Маски свои. Масло льняное для волос. Мазь скипидарная. Здесь линзы. Храню чеснок. Вот в такой баночке с-под кефира. Удобно, что он не валяется. Тоже как бы организован.
Все свои крема я люблю хранить в холодильнике. Мне вообще нравится, особенно крем для глаз, для век, очень мне нравится. Вот кто недавно смотрел мои лайфхаки, как с пробки держатель, видите, как скручивать можно. Масочку делаешь, остается, скрутил, и вот пробка подвина аккуратненько. Все. Вот. Ну, здесь такие приправы, знаете, которые нужно хранить в холодильнике. Корейская заправка, жидкие. Пиво. Я пью пиво. И еще хочу сказать, если остается пиво, там бывает полбутылки не допьешь. Очень вкусные получаются блины. Когда-нибудь выложу рецепт. Очень вкусный, обалденный. Это кетчуп. Это я с Вьетнама привозила масло кокосовое. Для волос, там для тела. Не знаю, когда я его кончу, уже скоро на Викинштейн. Кефир, молоко. Молоко еще, которое не начатое там хранится. Вот. Всегда... ну, про маску я сказала. Маски тоже мои здесь хранятся. Всегда, когда я смотрю, что-то последнее беру, а заканчивается. У меня висит вот здесь рядом с холодильником масло сливочное. Вот у меня закончилось. И майонез. И так, что у меня заканчивается, я... Да, господи, как ты пишешь? Сейчас я его закрою и открою. Когда у меня что-то в холодильнике заканчивается, я пишу, я уже знаю, что мне нужно купить в магазине. Вообще удобно очень так. Открыл холодильник, сфотографировал на телефон, и ты уже знаешь, что будешь смотреть. Если ты будешь сомневаться, посмотришь, ага, у тебя этого нету. Вот я, например, свой холодильник, ну, я же хозяйка, знаю, что у меня есть, что нету, и чего мне нужно докупить. Вот. Ну, вот подскажите, надо ли хранить крема для лица в холодильнике. Мне вот нравится всегда мазать крема с холодильника. Особенно для век, для глаз. Ну, что, это мне нравится. Ну, вот, как-то вот так. Зелени у меня нет. Мы покупаем, если там укроп покупаем, то он есть. Но всю зиму... вот до весны я вот так выращиваю лук. Это у меня лук. Вот где здесь уже, видите, содрали. Вот это сейчас я его сорву с корнем и на то место посажу маленький. У меня в холодильнике хранится, ну, маленький лук. Я покупаю у нас в карусели и сажу на это место. То есть пока вот этот вырастет, мы этот съедим, тот вырастет. И так вот у меня меняется круглый год. Весной, сейчас уже пойдет на даче свой лук, я эту землю всю поменяю. И так мне потом, я где-то уже, наверное, в сентябре-октябре начну высаживать опять лук в горшок. И у меня где-то с октября до мая будет в одной земле расти несколько раз лук. Вот. Ну и про приправы. Сейчас покажу. У меня вот здесь такой шкафчик навесной. Собственно, я вообще эти приправы как бы... ну так, ой, чуть не снесла стул, возьму. Так себе. У меня сын, он любитель поготовить, он вкусно готовит. Он всегда, ну, кое-какие-то есть же. Вот, например, горчица, там хмели-сунели. Вот такой коробочки они стоят. Вот. Опа, сейчас подниму. Ну, вкусную соль я сама беру. Это вкусной солью я всегда пользуюсь. Здесь не все у меня там горох, это кофе. Еще у меня там на другой стороне это как инзе. А здесь у меня хранятся чаи, кофе, вот всякие. Ну и тостер. И все. Вот это, кстати, это для хлеба, хлебница. Туперваровская, стоит бешеных денег. Не знаю, сколько сейчас стоит, тогда она стоила что-то около 3. Купила, ну, все ж покупают, и я куплю. У меня там хранятся салфетки. Да, опа. Что-то все там зацепилось за это. Ладно, поправлю.
Здесь я хранил, я уже показывала где-то, как это, такие одноразовые кулечки. Знаете, бывает, с магазина приходишь, а он чистый еще. И вот видите, такие. Я его сюда засовываю. А если мне надо высунуть, вот отсюда. Вот, неудобно одной рукой снизу высовываешь. Я уже где-то показывала. Вот. Высунула там мусор, знаете, маленький контейнер, который стоит возле раковины, положить мусор, выкинуть. То есть не выкидывают такие, которые еще более-менее можно попользоваться. Ну, сейчас покажу тогда уже, где крупы. У меня крупы все в таких пластиковых баночках. Все эти баночки я брала в фикс-прайсе. Они не пахнут. Не знаю, как сейчас, я их брала года два назад, еще, наверное, три привозила. У нас не было фикс-прайса, я из Тюмени привозила. Сейчас покажу остальные. Ну, здесь над раковиной у меня уголок, здесь же вот плита. И вот здесь открываешь, и у меня здесь хранятся всякие крупы. Вот сейчас крышка эта моется, две крышки от каких-то взяла, потому что... Вот еще от лаврового листа. Что-то смотрю, что они запылены. Вот они моются. В посудомойке. А так вот так все храню в банках. Ну, в самом верху то, что редко там пользуюсь. Там здесь более там чечевица, перловка. Что-то макароны. Макароны такие, макароны перья. Рис. Ну, в общем, все такое. Вот, вот так храню. Ничего, думаю, Америку не открыла. Ну, мне удобно в таких баночках хранить, не в пакетах, потому что в пакетах бывают такие непрозрачные, поэтому не видно, что и как. Ну вот, вроде бы и все показала, то, что просили. Если понравилось, ставьте пальчики вверх. Если не понравилось, извините. Задавайте вопросы. Еще хотела сказать, сейчас мои видео будут реже, конечно, выходить. Начался дачный сезон, слава богу, у нас уже тепло наступает. Уже сегодня было плюс 7. Вот. Опять завтра уезжаю на дачу. Вода еще, правда, стоит, но буду надеяться на лучшее. Всем пока-пока, мои дорогие.